рисует. Сегодня мы порисуем пингвина, и я буду рисовать масляной пастелью, вот такими мелками. Что мы делаем? Берем черный цвет. Вы можете рисовать, в принципе, любыми карандашами или маркерами, или просто даже простым карандашиком нарисовать, а потом закрасить, например, красками. Начинаем рисовать пингвина. У меня лист формата А5, такой небольшой листочек. Черным цветом рисуем сначала носик. Так вот, раз. Получается носик как капелька. Теперь мы рисуем, у нас будет голова. Берем вот так кругляшочек. Вот у нас получилась голова. И здесь у нас будет туловище. Вот так. Здесь у нас будет ножка одна и ножка вторая. Теперь мы от носика делаем вот сюда, вот так, как бы линию такую плавную. И отсюда вот сюда. Так, и теперь здесь мы закрашиваем черным цветом. Вот так у нас получилось. Теперь животик мы вот так вокруг обведем. Животик у нас будет белый, а вокруг мы закрашиваем черным цветом. Вот так получается у нас. Пингвин почти готов, не хватает лапок, да? Мы рисуем сюда линию и вот так соединяем. Закрашиваем лапку черным цветом. И сюда проводим линию. Вот так. И тоже закрашиваем. Так, нам не хватает глазки, да, нужно нарисовать. Мы рисуем крупненькие глазки. И проводим линию, кругленькие глазки, и линию вот так проводим. Вот у нас получаются глазки, нам нужно клювик закрасить оранжевым цветом. Клювик закрашиваем. Вот, розовеньким нарисуем еще здесь щечки. Вот такой у нас пингвин получается. Ну и лапки сделаем, наверное, желтым. Желтым. Я немножко в черный залезла, поэтому у меня не совсем желтый цвет получился. Вот. Ну и, конечно же, нужно нам нарисовать землю, на которой он стоит. И мы нарисуем голубым цветом. Как бы снежочек же там, правильно? Мы нарисуем его голубым цветом. Вот что он у нас не в воздухе летает, а на чем-то стоит. И стоит он у нас на земле. Здесь его можно нарисовать такой комочек снега. Вот у нас такой веселый пингвинчик получился. Ребят, кому понравился этот урок, он очень простой. Рисовать пингвина можно очень легко и быстро. Кому понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за внимание, за просмотр.